Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с притчами мира. Персидская притча, она называется «Бабочки и огонь». Три бабочки, подлетев к горящей свече, принялись рассуждать о природе огня. Одна, подлетев к пламени, вернулась и сказала: «Огонь светит». Другая подлетела поближе и опалила крыло. Прилетев обратно, она сказала: «Он жжется!» Третья, подлетев совсем близко, исчезла в огне и не вернулась. Она узнала то, что хотела узнать, но уже не смогла поведать об этом оставшимся. Получивший знание лишается возможности говорить о нем. Поэтому знающий молчит, а говорящий не знает. Знающий молчит, а говорящий не знает. Пока-пока, до свидания.